дорогие друзья, сегодня 30 мая, завтра 31, и я готовлюсь к поездке, ранний выход. Еду в Краснодар. Попутно я буду заезжать в Крымск, эту коляску буду отдавать. Познакомлю вас с Евгением. Наверное, надо поднять. Стоп. Я вижу. Немножко приподнимаем подножки. И теперь мы можем спокойно заехать. Колесо нормально? Да. Видите? Да, надо. Смотри, она на тебя прокидывает и наступила. Чуть-чуть помоги, подтолкни ее, чуть-чуть нежненько. Нижнюю часть прям. Во-во-во. Все встало нормально. Чуть так медленно ты едешь, да? А я только первый взял. Ну это совсем как-то. Такая замедленная съемка. Надо сделать ее погромче чуть-чуть. Смотри подголовник. Да, выключим. На эту же кнопку. Не-не. Та, которая мигает, нажми. Да. О, Женек, смотри, как машину шатает твоя коляска. Ох, ураган коляска. В общем, готовимся. Сейчас еще загрузим аккумулятор, возьму инструменты, и в 5 утра мы начинаем движение. Дорогие друзья, сегодня 31 мая. Вот для меня это очень такой, ну как сказать, короче, это мой личный день. Вот его особенности я пока вам не расскажу, но для меня это очень важный день. Вот очень радостный день и в то же время очень грустный день. Ну а это ладно, в общем, мы едем в замост из Крыма, везем вот эту коляску в город, опять же, Крымск. Вот. Потом мы заедем в город Новороссийск, ну а далее будет у нас город Краснодар. В общем, везем коляску, буду вам показывать и рассказывать о будущем, но уже даже не будущем, о ее хозяине. Это он уже хозяин, только коляска пока у меня. В общем, двигаемся. Как всегда, немножко дороги вам покажу. Взял с собой два сытных бутерброда. Вот таких вот. Плавленый сыр и обычный сыр. Короче, двойной сыр на белый северный серый хлебушек. И в термосе вот в этой палатке я купил замечательного, очень бодрящего кофеина. Ну, в общем, поехали, друзья. А вот такая вот обстановка перед Крымским мостом. Здесь налажено многополосное, так сказать, движение на проверку. Вот перед мостом очередь абсолютно отсутствует, но здесь, видите, машин достаточно много. Ну и сейчас нас проверят. А что нас проверять, да? У нас одна колясочка, так что
особо не задержимся. Сумок, чемоданов и коробок нет. Ну вот мы и на месте. А вот и наш чемпион Евгений. Добрый день. Жень, хочу показать вот это вот твое устройство. Вот это вот. Классно. То есть вот видите, с детства парнишка вот так вот привык управлять. Вот этот кронштейн сейчас перетечет на эту колясочку. Здесь все для этого готово. Вот нужно тут только сделать какие-то, ну, минимальные манипуляции. И вот это B500 уйдет, так сказать, в историю уже. Все, потому что с этим конкурировать невозможно. Невозможно. Очень быстрая и очень скандальные собаки. Это что такое? Ну-ка на место. Вот такие дела. Ну что, будем пересаживаться или как? Лебусь уже вообще капец. По всему периметру тут куча лебусь. А розы красивые, девочки. Напишите в комментариях. Какой красивый куст! И он женек, и он радостный. Даже инструмент. Инструмент. А цвет, ну, не просто зеленый, он прям с каким-то серебристым оттенком, не знаю, ну, то есть, да. Зеленый металлик, наверное. Да. Камера, конечно, не перенет. Вот. Так вот видно. Очень красивый цвет. И вот эта вот пружинка, она прям дарит своему владельцу очень много комфорта. Ну вот. Мне Женек гостинец передает тортик вот такой вот. Да. Спасибо большое. И это. И это что, вино тоже мне, что ли? Да, это наше крымское, эксклюзивное. Спасибо, Женька! Вам спасибо большое.